Я предлагаю погонять, пока Сим не приедет, вводит на Тенш. А, ну в Тенш у него там все равно преимущественно переделки. Вот это крест!
донжонов, донжон. Thank you.
чтобы он в разрыв мог втыкаться со своим говном. Юзать нормально перегруз комбаря, потому что он там хороший все бывает. Ну, по крайней мере, вот. Здесь нормально. На самом деле тоже интересно какая-то в разрыв. А тебе что в разрыв? Ну, чтобы не так. Перегруз прям по и в эту втыкаешься? Я напрямую, да. Ну тебе надо. А хуй знает, что тебе надо вообще. Перегруз нормально. Ну, например, да. Начинай. Тебе, в принципе, можно втыкаться в разрыв сразу. Ебаш. Если у тебя прям этот. Может тогда получше будет, хотя хуй знает. We'll be right back.
так каша какая-то вообще. Ну да. Блин, мы так играем, что даже буст не нужен. Да вот именно, но все равно каша. Так а что думаешь, он так ходил долго сейчас? Он это, он все оправдывается. На самом деле он сидел дома и варил ту кашу. Сейчас пока мы не видели, принес это в комбик. Варил кашу. В комбик захерачил, и вот теперь это... Прям в динамик. Манную. Сраную. Давай.
на колени. Он провинился, наказан. Пиздец, как громко. Да ладно. Нормально. А обосраться очень сильно. В смысле, громко очень сильно, а не обосраться. Обосрался ты уже очень сильно. Да, блядь, пошли вы хоть понапомнились. Ну, нихуя себе. Я напомнил. Кому? В прошлый раз, когда мы на Хайгене были, Никита, можешь... Не, а ты можешь вот этот ставить, только туда лицо. У меня еще вторая как бы розетка. Ну, мне больше не буду воткнуться. А давай все-таки, вот когда там идет, ну, нет, подряд вот эти там... Как она? А, ну и туда. Концовки надо как-то с темпом синхронизироваться, потому что я сейчас с одним темпом считал, а Дима совсем с другим. У нас раз и... Ну, может, друг друга как-то слушать, пробовать? Ну, да. Я не помню. В смысле, чтобы это как, не знаю. Ну, я явно раньше него там... А у тебя там что? Ну, я... Знаете, наверху фейд-фейды. На третий раз. Не на четвертый, как ты обычно играешь, потому что на четвертом тебя ни хрена не слышно вот твоих нот. Вот, а на третий раз? Там они особо и не нужны, просто на третьем они как-то странно играют. Звучат. Мне наоборот нравится. Да он здесь вообще странный, поэтому ничего не идет. Ломай систему. Он не странный, он просто ебанутый, я бы сказал. Ломай систему, он спортсмен, ломай его полностью. Будет спортсмен. А что, сколько считать, сегодня репа? Я думал, как обычно, я запомнил, что в четверг, но, блядь, что в 12, я такой... Я просто так пойму. Хуйни не ожидал. Концовки. Концовки, где я сижу, блядь, спокойно вообще делаю просто свои дела. Тут звонит мне, да, я еще главное думал... Мы как-то раньше так играли, у меня родители сегодня уезжают в Коломну. Я думал, типа, с утра позвать либо тебя, либо Игоря. Короче, так вот не придумал кого. И не позвал никого в итоге. Жаль. Тогда, может, этот ты не так проебался. Не, Димон тоже, на самом деле, очень долго проебался. Я на час проебался. Yes. А ты что, тоже забыл? Что? Нет, я не место искал. Я стоял в пробках и потом... Слушай, сейчас смотри, сейчас Анатолий зайдет. Блядь, да он не зайдет. Ну что там у него, пивас? Да. Его до сих пор не выпил. Ну, это же... А когда мне было-то? Да пришел домой ты. Вчера целый день. Кстати, да. Под вечерок вообще. После жаркого я рабочего дня. Да, что вчера было? Так что ж мне сегодня хватило? Я не помню, что вчера было, честно. А, ничего не было, поэтому он и охуел. Да нет, я там торчок начал. Торчок? Торчок. Торчок, да. То, что торчок, мы знаем. Я еще не знаю, что два охуенные слушал, которые ты скинул. Что там? Ой. Понятно. А у тебя подзвучка с пульта идет?
что, эта комната хуже, чем та? Ну, во всяком случае, не знаю, как-то он очень сильно дрищит по сравнению с теми. Может, ты не привык к нему. Мне здесь нравится тоже, например. Здесь как бы... Здесь и я себя слышу, и звук тоже, в принципе, нормальный. Здесь барабаны хорошие. Хорошие здесь? Давайте здесь хуячиться. Ну, здесь я не против, здесь репс, мне норм. Я тоже не против. То есть... Единственное, что мне здесь не нравится, это вот эта вот дверь, которая бьет в ребро. А все остальное заебись. Ну, это мелочи. Ну, тут Димона только звук нарушит. У него такой мега-дрищ резонанский сегодня, что... Да, давайте послушайте. Нет, не сейчас. А ты ничего не услышишь. Он тебе кашу принес. Ну, он полтора часа, вот пока опаздывал, он, короче, этот дом был и кашу варил. Потом принес динамик нахуячил и теперь дрищ. Заебись, не пшел. Давайте, я тебе почитаю. Диман, не чешись, блядь, замри. Диман, не чешись. Все, давайте, короче, что там, воет? Что ебашим? Воет. 181, 183. Thank you.
самом конце, когда Диман уже переходит на эти летающие штуки, играешь. Летающие это какие? Ну, это не вот не какая-то. Все такое. Самый конец. Это когда вот это. Он же, по-моему, там не играет, он как-то. Я уже не играю там, да. Вообще не играет, да? Да-да-да. Блять, а вот на самом деле вот эта херня, которую. Тюнер. Тюнер, да. Блять, звук охуенный. И он туда ложится охуительно. Какой тюнер? Ну, ты сейчас, когда ты в тюнер заходишь, он у тебя начинает каким-то таким дистром играть. А, ну это потому что... Вот что? Этот звук получается. Это потому что у меня педаль в разрыв короче, идет. Просто всегда после войда настраивайся. Точнее, в конце войда настраивайся. Ну, это, короче, особенность данной установки. Сейчас, кстати, в том месте почти все правильно было. В каком? Вот, который у тебя основное проблемное, который long verse и после него короткий chorus. А, Ник, можешь мне тоже прибавить больше? А... По крайней мере, короткий chorus у тебя уже правильно. Педаль полностью не убирает, он пробивает. Блять. Ну, а так чистый. Меньше как часа. Ты не был. Потому что ее, блядь, уже ее реально не было. А-а-а! Ты так сказал, ты как будто его хотел заглотить сейчас. Так сама выглядит. Еще. Вроде норм. Нет? А, ты вообще ничего? Ее больше стало? Ее больше стало? Да. Она вырубила. Она просто гудеть начала. Вообще ничего не меняется. Хуй знает, мне кажется, на эквалайзер ей похуй абсолютно. Потому что тут высокие, выкручены практически. Ты хотел сделать модный щелчок? Шлепок. Да тут не шлепок, тут майонезный, если только. Клэпы записывают. Что вот это вот за хуэрга? Почему такой... Это твоя рука. Хвост, как будто там бас еще... Эффекты. А? Эффекты посмотри. Нет, эффекты в нуле. Это микрофон. У меня же микрофон, Дима. Да. Ну, я оставлю так чуть-чуть. Чуть-чуть. Чтобы она диссонировала. Давайте тоншон. Давайте. Подожди, у меня хорошо. И потом бустер просто. Хуйня вопрос. Ну срать. В таком виде. Вот здесь придется, наверное, на соляк бустер врубать. Сейчас Никит как начнет серить по центрам. Я? Thank you.
или... Кстати, мне нормально показалось. Ну? Соляк именно. Либо, соляк. Либо на, еще Диману тогда бустер врубать, либо некий-то тише делать. Ну, я потише могу чутка. Потому да, что он потому слишком потому заглушает. Да. Ну, чуть-чуть орнул. Потише. Ну, я говорю, я не подстраивал вообще по этому. Мне, по мне, лучше вот Диман. Я его наоборот вырубаю, то есть я на ритме вырубаю соляр, чтобы ну, бустер. Чтобы некий на, был. На соляке, я имею в виду, на твоем. Свой. Это бустер, я бустер напомню. Я врубаю бустер, я врубаю бустер. Вот это бустер. Аккуратненько. Нормально, чтобы не расплескать. Что дальше? Дальше у вас там паунд. Да. Thank you.
орнул, да? Нормально? Да, на соло здесь бустер тоже хорошо. Да, там нужен. Причем здесь вот даже с бустером. Я, может, в целом погромче. Ну, я поменьше, потому что его делал. Я еще побольше сделал. Но на тихих частях было нормально. На тихих частях я слышал все прикольно. Че-че-че? Когда этим тревольком пиликнул, где-то был. Я? Я же. Хотя. Я просто не знаю, где там трёхи или где просто. А, ну там были какие-то. Сейчас. Что-то какие-то такие. Ну это. Да, там как бы. Тонкие моменты, сука. Под конец соло бой, ну, такое, не чисто вайпи, а вот. Ну да, я поэтому и. Пока нет. Что-то типа. Некит. Там три куска. Ну, там три. Да, да, да. Вот. Там получается три куска по 8 тактов. А-а-а. И в первом там. И в первом там вами как раз. Ну я не знаю, я посмотрю. Может потом местами чуть-чуть. Нет, в первом там вами. Вы не слушали сейчас, ничего? В втором там. В конце я, кстати, не слушал уже сам конце. Вот в самом конце послушай. Вот да. В Guitar Pro. Может быть, вы в миксе будете слушать тогда? Да. А не... Вообще да, потому что в миксе это прикольно слушаться. Ну, давайте послушаем, но... не знаю. Может, и канает. Не, ну сейчас посмотрим. Не, в Guitar Pro там клево, что он такой, знаешь... Фоновый. Во-первых, стаккатный. Да. Это он хуй... здесь стаккатный. Нихуя он тебе стаккатный, блядь. Он тут стаккатный будет играть, а? И слушать именно в миксе, а не... Ну давай, сейчас давай, слушай. Я нихуя не слышу в миксе, ты понимаешь меня, блядь? Мне самое время высказаться, сука. Особенно тебя в миксе не слышу. Ну мы можем сейчас порталы, короче, на тебя повернуть с двух сторон, у тебя будут большие стереоколонки, короче. Пизда тебе. Сука ебаная, да? Ты сбивки посмотреть хочешь? Сбивки посмотреть хочешь? Исполнение. С этим как сейчас было? Ты пониже ушел? Да, вроде, кстати, нормально. Я вообще как не заметил, но я не слышу. Можешь все пониже играть, включая первую. Ну, у меня. А, у тебя так вылезло. Ну, да, у меня будет. Да нормально, вначале нормально. Нет, слишком низко для... Нет, я имею в виду, чтобы не низко было. Вначале я имею в виду. Вначале я оставил, как бы те октавы наверху. На басу именно вниз. Вот на живом, да. А в Guitar Pro просто было так, что там, да, хуёво было. Так ты всю песню играешь? Нет, или... блять, второй. Нет, вот, второй, когда вот, да, не весь, а только хэт. Ну правильно, да. Поплотнее оно как-то пошло. Ну, да. А что ты, Димон, играешь на... Где? Где хэт открываться начинает? Ебанину? Майонез мажешь? Там та же тема, как сохраняется. И ты можешь себя погромче сделать? Сейчас я сделаю, я понял. Я провалился. Вот так.
Короче, эти ебаные часы, блядь, которые мы повесили, которые стучат. Они тебе мозг весь простучали уже? Я вчера, блядь, полночи, сука, сидел, как Oh,
теперь меня было слышно. Даже я его слышу. Мне не нравится, блядь. Кроме тебя нихуя не слышно. Вырубай. Ну, чутка потише, я думаю. Блядь, чутка. Там как бы еще у меня полусоляк, нет? Ну, там просто у меня по верхам совсем такие. Сейчас, по-моему, нормально. Ну, кстати, да, миксер на... Пиздец. Что? Она просто звучит как такой стандартный этот, такой оркестр. Ну и норм. Она фоном достаточно гоняет. Да, да, да. А, вы про это понимаете? Да, да. Я просто думал изначально, что ты... Давайте еще раз, я сейчас пойму, как мне там переключаться. Нормально меня на финал? На финал нормально? Чуть-чуть. Анус, ты себе хочешь на день рождения неразрочен. Хочу неразрочен анус на день рождения. Тайт, супер тайт. Новый. Срочный анус. Стиранный с сацкой. Скукоженный обратно. Блять, вот это вот. Не дрочи спину, блять. Не дрочи. Ну что, новую вот эту вот радио штуку передача. Хочешь? Именно передача, потому что вместе она стоит 1020. Распаяй и сделай, что ты как целочка. Понятия не имею. Распаяй. Блять, пусть не паяет. Он же канифолью паяет. А, точно, он ей лепит. Он не паял, скульптор, блять. Просто леплю из канифоли. Скипятил канифоль и залил провода все нахуй. Склеил, блять. Сука, я первый раз в своей жизни паял, что ты хочешь? Ну, гайд бы хоть в видео посмотрел. Гайды посмотрел, там сказали, канифоли не жалейте. Я не жалел. Ну не паять же. Ну, там еще прибой использовать иногда рекомендуется. А у него прибой в канифоле растворился. Просто утонул. Короче, блядь. И что, плохо получилось? Ну, блядь, просто он принес провод. Ну, на сахар налепленную, вместо, по сути. Вместо припоя там канифоль использовалась. Просто, да, знаешь, как эти насекомые есть в этих янтарных хуйнях. Вот там, да, такой же, два провода вот с такой же херней оболочки. Как ты можешь быть музыкантом в России, не паять до сих пор? Даже у меня даже паяника нет, я ради этого ходил. Не быть тебе музыкантом. Даже я не паяю, как бы у меня есть папа. И, в принципе, мне нахуй не надо. Тебе не надо, спокойно паял, да. Ну это полезно, бан, это охуеть полезно. А ты варить должен, кстати. Ты должен варить просто себе вот эти вот рамы. У меня этот, огромные. Нет, этот другой бас поел. Тот? Не знаю, нужно вплавлять тарелки. Да. Переплавлять. Да-да-да, переплавлять. Просто дома мартеновская печь такая. У мартеновская печь. Еще раз что ли? Да. У нас 20 минут еще. Oh,
Охуенно! Ему чуть-чуть помягче. Плавно, бля. Фактист в конце или да, вот именно конце. Вот... Помягче, помягче надо по или... звуку, в смысле, да, перестал. Потому что он, да, а, что он да. Ж... Это на ритме когда? Жесткий, да. Ну, в смысле, конце помягче, когда? Поменьше гейна или чего? Большеобразнее. Высокий скорее поменьше. Бля, ты как сигвы, нахуй. У меня они все выключены, как я просто. Средний хочу поменьше делать. Чтоб читаемость вообще да. Не выходила. Да, вообще, чтобы просто каша. В этом случае эквалайзер полезен, кстати. Вот сейчас это, реально хоруса поиграем. Охуенно. Хоруса это... А, давай. Хорус. Я имею в виду, что я вот свою ну, эту хуйню когда мы вместе... А не уводить. Короче, то есть придумал. Все-таки концовку делаем, как всегда? Ну да. Размазанную, без резкого обрыва, как хотели. Не-не, с резким сейчас. С резким. Ну... А, ты имеешь в виду так? Ну это лайв, блин, чё бы её бы и не это... Ну, не пофанить, да. Не походить. Блядь, я думал, я Last Compound, сука, сегодня выучу. Осталось 10 минут. Еще сейчас соло было. Вот дальше, вот, блин, возьми дальше, вот давайте, это за основу. Я, прям, я так и играю. Ну, я что сыграем? Осталось 10 минут. Прям мне надо вот эту хуйню играть, которую только что играли. Да, ну, да я не против. Еще, давайте, еще, да. Давайте тогда вот начиная даже не с хоруса, а еще позже можно. Или... Да нет, с хорус, нет, пусть с хоруса будет, нормально. Потому что у меня там тоже партии да. Такие. Ну ладно. Там ритм мой, ну, да, слышно? Не, у меня там, в принципе, продумано. Я просто не я ритм не прописывал, но у меня продуман. У меня, ну, в принципе, у солдата короче, короче вот, вот то, что я сейчас услышал... Мне, кстати, нравится вот пути. Этот... Да, кстати, это... Кстати, а на этом... Как его? На...
конце, короче, сейчас не, было... сейчас прикольно такое, что ли, дилей, то ли ревер на вами, охуенно. Ну, это дилей. И ревер еще не было. Такой охуенный. Пещеристые вот эти твои тела. Тела? Не надо приписывать сюда мои пещеристые тела. Давайте, я готов. Спорса? Зачем так себя мучить? Ну, напиши просто дум. Почему нельзя просто? И так далее играть. Да. Почему надо вот так вот мучить себя? Заставлять. Потому это что... чтобы зритель охуел. Нет, развиваться духовно надо, блядь. Иначе пиздец, все. А на прихорусе меня слышно было? Ну, в смысле, меня было слышно. Я нихуя не слышал, на самом деле. Ком-то говно. Ком-то охуенное, я слышу все. Гитары, блядь. Ну, я, кстати, сука, как меня все заебали. Ну, мы тебе... Я попробую придумать какую-нибудь, блядь, подзвучку ебаную. С маком можно подзвучку сделать. Ну, мне, кстати, здесь тоже нравится. Здесь я себя охуенно слышу. Ну, у тебя там вообще отдельный угол. Да, я могу в углу просто так встать и просто... Действительно, когда мы обычно аудиозаписи делаем, у него будет личный микс. Не, можно это просто... Я не завидую, Вали. Будет личный микс в ушах. Ой, такой дрифт пережить сложно. Представляешь, меня вывести ему в наушники. Блять, там хоть кого вывести? Ну, кроме, может, ты мне, сука, и нужен в наушниках. Я ж дрищу просто, как...
Ты только по ним ориентируешься, по нам с некоторым не ориентируешься? Нет. Там никто не спрашивает. Ну, может, там есть у нас где-то хуйня. Хотя у меня вроде ритмических таких нигде нету, чтобы по мне ориентироваться. Ну, блядь, ну хули ты мои провода заживал? Отдай их, сука, отдай! Тяни, блядь! Рот твой ебаный! Да ты заживал! Сука, отдай мой провод, мой дорогой провод! Кстати, да, я, наверное, тоже, если Пакум ориентируется, так по Диме я заставлю. Потому что Дима ритм-гитарист. О, ритм-гитара ебанес, а у некий-то соло-гитара. Майонез. Если бы! Майонез, блядь! Хуй тебе в лес! Они майонез. Они, кстати, сейчас сделали новый профиль под гитарки. Немножечко улучшили форму, и теперь она говорит... Под пузо пивное? Да, именно. Как ни странно. Как фендера поганые. Блин, фендера заебись. Только сейчас, не комбики. Сейчас три. Не, комбики тоже заебись. Да, три. Некоторые. Блять, пять будут дома. Блядь, тебе сегодня прикинь, на улице, что вообще там пизда. Там сейчас самая жара. Там сейчас все течет. Да. Там, в принципе, не так и жарко. Бля, может, на Димане поедем? Не, я все-таки... Блядь, у меня репетиция. А, у меня консультация сегодня. Я поехал бы с радостью на Диман. А я поеду с радостью на Диман. В принципе, если я не везу Никита, ты поедешь, да, и вот с Никитом ты нас везешь до Конькова, и он охуенно, блядь. Так, если ты меня отвезешь первого... Я тебя первого отвезу, потому что Никита я не везу. Да, да. А он тебя постоянно... А, не постоянно. Не, не постоянно. Сейчас первым. Просто следующий после Никита. Да. Тогда ты будешь первый. Я буду первый, да. Там, вопрос, как давай мы станем, я не знаю. Сначала посмотрим. Посмотри. Потому что там может быть пиздец. Тогда ну, лучше вести, потому что сейчас, если по Садовому ехать, как мы обычно... Там делаем, жопа, наверное, уже начинается. Уже она жопа уже стоит. Была, когда я ехал, я на ней стоял. Ну, на ней. Смотри. На Садовой кольце. 250. А, сейчас, кстати, 200, по-моему. Кстати, кто там обещался? Да. Что говоришь? Тебе еще, Димон, собирать деньги на... Да, помнишь, да. Комикс, хуёмикс. Да. И вот это тогда часть... Просто у меня косарь только, и там, если сдача да, будет... У нас тебя еще, типа, это сколько получается? 250? У меня тоже сосарь. Бля. Сосарь? Ну, сейчас... Слышишь, блядь, брат, что? За 200 за репу, да. Да, 200. Заряю еще, кажется, сейчас попробуйте, знаете, сдачу. А, или ты же хотел еще мне за это взять, за комикс. Да, 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 именно. Тогда а? Найду. За комикс и за репу. 150. А 150. Но у меня еще в кошельке есть, только я не помню, куда я кошелек засунул. У тебя же были деньги там чуть ли не на новый став. Никит, выткни, пожалуйста. Куда они все поебались? Блять, на новый став я не буду же на репу не, тратить. Не, вот это, кстати, правильная мысль. Не, ну это да. Это да. Главное, чтобы ты этот став купил уже, а да. Вот целый.